Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Snap от Marvel. Так, ну что, забираем свои... Ничего мы не забираем. А почему? Время 3 часа ночи. Почему не обновилось? Не знаю, ребят. Ну, поехали. В любом случае, поехали. Колода на сбросах. Но... Не знаю, ребят. Что-то как-то... Как-то я себя плохо себя веду с этой колодой. Точнее, противник намного хитрее, чем я. И мне не выпадает то, что нужно. Мне Блейд... О! Но если я сейчас его, ребята, заюзаю, я уберу Хеллу. Мне-то надо? Нет, конечно. Поэтому... Йонда. Что он там у него? Ну почему ты, гад, убрал мне геликарьер, а? Чтоб тебя... Да вы серьезно? Вы издеваетесь, что ли, блин? Вот... Ладно, я потерплю, блин. Офигею просто, ребят. Агента вызвал. Ну, давай кого-нибудь нормального там. Поехали. Кого он скинет? Либо Хеллу, либо Инфинута этого. Конечно, Хеллу, ребята, он... Конечно, он выкидывает Хеллу. Я сейчас буду, ребята, очень долго смеяться, если он мне скинет еще и призрачного гонщика. Понимаешь? Все. Друзья мои, это полный трешняк. Это как называется? Я не знаю, это закон подлости. Что мне потом ставить? Блейда, что ли, блин, ставить? И этого Шан-Чи. Ну что он там, заснул, что ли, ё-моё? Скэри Джон. Давай. Давай, наверное... А что я сделаю? Ну, так вот только если... Ай, ребята... Проиграл в один балл, блин. Да потому что... Блейд этот чмошник, блин, он выпал, блин, когда выпал? Когда мне надо было либо этого уничтожить, либо того. И оба призывника. Так не Блейд уничтожил, так эти охламоны их порезали все. Я в шоке просто, ребят. Я топчусь на этом 30 ранге уже 2 дня. Я не могу, ребята, выйти за пределы этого 30 ранга. Я сейчас еще сыграю бой, и если нет, я вернусь на свою старую колоду, ребят. Просто вымораживает. Ну давай, противник, ищись, где ты там? Кто там? Хокмат. Также именуемый босс. Опять. Так, если вы загрузили, добавляет копию на другую локацию. Давай так же сделаем. То есть этого рубим и этого рубим, да? Mm-hmm.
Сейчас посмотрим. Ну что, заблокируем ему, ребят? Я не знаю, на что он там рассчитывал, но мы ему заблокировали. Давай так попробуем. Ах ты, чепушила ты несчастная. Всего один балл получил. А, у меня 31 ранг, ребят. Но он понял, да? Лич ему все прикрыл, ребят. Я не знаю, что он там хотел сделать. Но Лич ему... просто у него карты остались без эффектов. Правильно я говорю или неправильно? Или он постоянные эффекты блокирует? Я, честно говоря, не особо помню. По-моему, он постоянные эффекты блокирует. Так, слегка радиоактивный. Слегка. Ну вот опять, друзья мои. Ну это опять. 4-5-4. Ну... ну тут можно Шан-Чи, в принципе, поставить, уничтожить этого монстра. Я больше уверен, что у него тоже такая карта есть. Ладно, будем... угу. Ну вот, блин, невыгодно мне, ребята, валить Локджау. Понимаешь? Локджа, точнее, Локджау. Невыгодно мне его бомбить. Карнейдж. Что там у него? Вот, вот это уже другой, ребят, разговор. Сейчас мы уничтожим геликарьер, получим карт. Сколько? 3 штуки получается, да? О-хо-хо-хо-хо. Давай сделаем так. Бомбанем ему монстра. Теперь давай, наверное, заблокируем ему. Карты. Я не знаю, какие там у него карты. Смерть и это. All systems go. И ставим Хеллу. Победа или нет? Поражение. 13 баллов. Да. По баллам, друзья мои, не прокатил. А так было бы круто. Один по баллам. Ну как, не один? Если бы мы хотя бы... может быть, не надо было Хэллу, конечно, туда ставить.
Так, я, по-моему, собирался один раз сыграть и потом перейти на свою колоду. Ладно, еще разок и все, ребят. И пойдем туда. На нашу... на нашу следующую, так скажем, колоду. Да, все 700 грамм. Или да, все 700 грамм. Что-то такое. Опять 3, 3, 4. Зашибись. Наполняет случайными картами. А что это такое у нас? В начале игры открывает потенциал карт без способности. На этом ходу карты не раскрываются. Даже не знаю, ну давай так, наверное, сделаем. У меня, ребята, нету ресличка. Нету ни хеллы. Блокируем. Попробуем, друзья мои, заблокировать ему карты. Шанчи у меня нет уже, да? Шанчи у меня нету. Так, я рубанул две карты, да? Две карты рубанул. Там инфинут у нас. О, хорошо, как рисовал. Победа. Я и совсем забыл, ребята, что Шанчи, но он круто, круто появился здесь. Как раз уничтожил, видишь. Блокируем, ребята, карты. Все карты со способностями блокируют. Поэтому вот этот чувак, он хорош. Он хорош, но он, блин, 5 энергии стоит, как бы дорого на самом деле. Так, ну что, друзья мои, пойду я на свою старую добрую колоду. Она номер 9, как ты помнишь. Но тоже хочу сказать, что не особо она сейчас хорошо выручает. Не особо. Но мы попробуем. Я бы хотя бы 35 ранг бы получить. 35-й, что-то я замахнулся, конечно, дофига. 35 ранг. Это очень много и очень долго надо играть. Йогурт, сынок. Я, кстати, новые, ребята, получил. Как он называется-то? Это партия отстой. Но новый, как это назвать, я не знаю. Так, смотрим, что у него тут. Так, человек муравей. Так, после входа воскрешает здесь ваши уничтоженные карты. Обменяется руками в начале шестого хода. Че, друзья, нам надо тогда как можно быстрее скидывать картишки. Так, человек муравей мы уничтожим через киллмонджера. Наверное. А, мы можем с тобой отменить замену, друзья. Мы можем с тобой быстренько заменить. Человека-муравья надо убирать отсюда. Что он там делает?
Если у вас другие карты, плюс 3 и 3 к силе. Эй, какой там? Ну что еще, блин? Зашибись. Друзья мои, зашибись, да? Делается. Ну давай ты подключай меня к игре, блин. Так, после шестого хода. После шестого хода. Поставим здесь Вонга. А потом Дум. Нет, не Дум. Дум будет на шестом ходу. Так, Патриот. Что, ломаю я, наверное, да, друзья? Хорош. Сейчас мы этого паренька уничтожим, наверное. Или как? Я совсем забыл, что воскрешаются они. Что, поехали? Ультрон! Мы выигрываем, да? Да. Ультрон не помог. Не помог, ребятушки, ему ультрончик. А у нас все получилось круто. Я, честно говоря, сам не ждал. А вот по поводу уничтоженных карт, это, конечно, было круто придумано. Да, он Карнейджем уничтожил, и они восстановились с той стороны. Причем полностью с той же силой, что у них и была. Нормально. Это, то есть, если мы, например, бы с тобой бы играли бы на сбросах, колода на сбросах, да, все бы мои карты, которые бы я уничтожил, они бы в той бы локации появились бы. Классно. Хорошо, что вообще у нас загрузка прошла, а то... то я уже подумал, так, она же встретилась с Ником Фьюри. То уже я подумал, что этот... ничего мне там не светит. У каждого игрока должна быть только одна карта здесь. Поставим вот так вот. Аэра. Аэра перемещает на эту локацию последнюю карту противника. Первый игрок, который заполнит, получит максимум 3 энергии. Что прикажете делать? Так. Уничтожаю свою карту. Давай так. Он же постоянные эффекты, да, ребят? Она же постоянные эффекты уничтожает. Блин, он уходит первым. Блин.
И последний ход. Ну и что у нас тут? Здесь может быть только одна карта. Рискну. Твою налево, а. Отстой какой-то получился, ребят. Отстой получился. Да потому что не было подвонга никого. Не было вообще у нас. Ни тигрицы, ни белой не было. Ни этого не было, ребят. Ну, что я могу сделать? Ни тигрицы, ни дума. Что хочешь, то и делай, называется. Что хочешь, то и делай. Бывает вот так, не фартанет и все, ребят. Не фартануло, не срослось. Один был, это все было. Ну, Одина под вон доставить просто так, это, ну, бесполезно. Ну, что он там? Он пшикнул бы и все, ребят. Здесь нельзя разыгрывать карту. Вот. Давай так поставим. Опять у него забыл. Поставим. Ну давай сделаем так. При раскрытии противник получает контроль над одной из ваших карт в этой локации. Очень интересно, блин. Аполлин снэп. Ну давай так. А тут кто у него? Да. Ну, непруха, просто, ребята, непруха какая-то. Опять же, Вонга не было, зато был Дум. Без Вонга. Так, забираем здесь. Сезонный пропуск. Что там у нас на сезонном пропуске? 200 кредитов. 23 карты на улучшение идет. Так, ну давай кого-нибудь улучшим.
8. Давай. Давай улучшим космо. И так, хоп, хоп. Что у нас тут за 10 бустеров? На кого? На мерзость. Здесь. Прескрытие добавляет брудлингов. 2 с той же силы в эту локацию. А где у нас сундук? Вот он, ребята, главный тайник. Главный тайник еще только впереди. Ладно, давай еще партийку. Ну что за бредятина-то, а? Ну... Четыре, четыре, шесть. При вскрытии не срабатывает здесь, да? Ладно. Капитан Америка. Отступить после пятого хода. Ну что, уже вижу, ребята, Камбу, Вонг, Дум, Белый Тигр. То есть комбинации у нас есть. Так, ну что, на четвертом ходу ставим Вонга. Ставим. Дракс. Дракс. Ну, посмотрим. Я надеюсь, у него нету этой псины. И последний ход, ребята. Ну, Дум. Это даже не обсуждается. Можно было бы, конечно, этот Дракса уничтожить. Можно было бы, ребят, но... Победа. Здесь было круто. Вот здесь было круто. Здесь прям вот все совпало. И, ребята, Капитан Америка сыграл свою роль здесь. Все четенько. Все было классно. Но это так редко, блин, получается, ребят. 200 кредитов еще в плюс. И еще 15 карточек. Так, 330 у нас, ребята. 330 кредитов. Джиггернаута может прокачать. Грут. А что-нибудь посерьезнее-то есть? Во. Мастер меча. Мне чем больше очков, ребята, тем лучше. Так, 50 кредитов, бустер у нас ослепительные. Кто еще так, кто, что за ослепительные? Кстати, надо было, подожди. Там задание улучшить еще одну карту. Сейчас самую простенькую где-нибудь найдем, которая тут готова.
идея. Где карта, которая готова улучшиться? Я не вижу. Вот она. Дезлер. А, вот она, ослепительная. И выполнил задание. Ну что, забираем. Через 1 час 39, через 1 день 1 час. То есть выполняем, и это будет глава 4 выполнена. Надеюсь. О, 500 кредитов. А что мы можем с собой за кредиты взять в магазине, например? Так, ну это за золото, у нас золото 380, мало. Выберите карту через 4 дня. Ну, это... Морфа, либо спасательницу. Не, ребят, такой себе. Такой себе выбор, если честно. Вот Блейда, да, Блейда. В бесконечность, ребятушки. В бесконечность мы отправляем Блейда. 10 баллов. На. Так, хранилище. Опа, друзья мои, призрак. Ваши карты всегда раскрываются последними. Их способности активируются в последнюю очередь. А у нас же был, по-моему, призрак уже. У нас же был призрак. Или не было? Черт, я не помню, это был или не был. По-моему, был. Пиявка. Слушай, а кто такой? Блин, Канг, привязки, смотрите, что сделал ваш противник. Начинайте ход заново, но без... Смотрите, что сделал ваш противник. Начинайте заново. Но без Канга? Ничего себе. Это как? Это как ты можешь... Смотрите, что сделал ваш противник, но уже без Канга. То есть, как бы ты подглядел, получается. Ты подглядел, что делает твой противник, и потом ты можешь сделать это, но у тебя эту карту убирает, снимает Канга. Ничего себе. Нормальный такой расклад. Ладно, йогурт, сынок. Давай. Протачианы. Три, но не настоящие. Первый урок, который заполнит, получит плюшку. Давай попробуем заполнить. Мираж. Копирует самую дешевую карту из руки противника и дает их во все. Санспот. Ее сила удваивается. Не, наверное.
Так, друзья мои, друзья, что нам сделать? Я знаю, что нам сделать. Нам надо уничтожать Санспота, нам нужно уничтожать ночного змея. Ублюдок. Последний ход. Давай. Блин, по-моему, проиграл, ребят. Сейчас сюда кого-нибудь поставит. Даже так. Выиграли, что ли? Вот это пакость, ребята. Значит, гоблина этого не уничтожил, блин, а мою карту, тварь, уничтожил. Ты прикинь. Ты прикинь, говноед, блин, какой. Он просто взял мою карту, уничтожил. Дума, блин. Ё-моё. А гоблина нет. Ну как, ребята, вот это вот? Это разве справедливо? М? Чмуха, блин. Игра такое ощущение, что специально вредит мне, блин. По всем параметрам, блин. Начиная с карт, не дает нормальные карты, блин. И кончая вот всем вот этим вот барахлом, блин, что следом идет. Бесява, просто бесява, ребят. Гоблина, значит, не уничтожил, но дума бомбанул. Сюда вставай. Эй, Вонг. А как мне интересно разыграть и Дума, и Один одновременно, а? Слишком мне на него. Я просто в шоке. Чаровницу, блин, поставил сюда, а? Пошли обратно, ребят, на колоду со сбросами. Это, видимо, уже все. Это уже не та мета, ребят, чтобы... чтобы справляться, так скажем, с противниками. Вонга и так, и сяк. Вообще унижают, оскорбляют, как хотят. Пипа. Ну и как только начинаю смотреть, что здесь, ребята,
Так, получает плюс один к силе после каждого хода. Я ничего не смогу сейчас сделать. Опять же, опасный парень. Сейчас вот, вот что он сейчас сделает? Кого он сейчас вот скинет мне? Не знаю. Ну, я догадываюсь, что Хелл урбанет. Ну, вот это, ребята, ну почему именно Хеллу-то ты, гад, сносишь, блин? Почему? Вот никого-нибудь, ребята, никого-нибудь, именно Хеллу, понимаешь, рубит. И что вот мне теперь, как вот мне быть? М? Лок Джоу, блин. Давай Лок Джоу поставим. Блин, сейчас бы мне сюда Вуджи... этого, не Вуджина. Давай Хеллу, парень. Давай Хеллу резать. Вот, ребята, это моя колода. Вот это вот. Вот такая. Вот так должно было у меня все работать. А у меня не срабатывает. Да. До 30 ранга. До 30 ранга, ребята, опустился ниже плинтуса. 35 ранг захотел взять. Угу. Надо думать над новой колодой. На единичках через Казара. Либо, ребята, как раньше, через этого мы играли. Вспомни. Как называется-то? Карнейдж, в общем, вот это вот. Росомаха. Как вариант. Ну, неужели, блин? Ну, хоть что-то, ребят. Хоть что, хоть какое-то начало пошло. А дальше все. Так, успех то. О, ваши карты уничтожены будут воскрешаться здесь. Это, ребята, я приятно, так сказать, удивлен. Что-то мне, я, кажется, понял, чем он, что он хочет, ребята, сделать здесь. Только не Хеллу, пожалуйста, только не Хеллу сейчас выкидывай. Он же может сейчас Хеллу выкинуть, блин, вот этот вот Лок Джо. Не тут как понести. Ну поехали. Ах ты тварь, ты вшивая. А. Что ж ты?
понял, да? Привет. Как сразу жареным запахло все. Коленочки в обратную сторону и почесал. Так всегда они. Так они всегда, ребят, играют. Сакунки, что я могу? Что я могу тебе еще сказать по этому? Стражам тоже нужна любовь. Да пошел ты, знаешь, куда? Ну, давай кого-нибудь здесь крайнюю. Будем бить. Да, я знаю. Призрачный гульчик, ребята, уничтожаем. Так, Леди Сив будет у нас кого бомбить? Она у нас будет бомбить смерть. Пропускаем. Так, потом ставим лича и в конце, ребята, выставляем уже хэл. И у нас кто вернется? Магнета и... Клака. Это я так называю, ребят, Клака. Давай сделаем, наверное, вот так. И вот так вот. Кто ходит? Он ходит первым? Как вот, блин, по-моему, он, да, ребят? У него рамка светится. Значит, он первый открывает ход. То есть он первый будет делать ход. Но он сейчас, конечно, тут будет всех перемещать. Он мультимена переместит. Тот клонируется. Крайвена переместит 100%. Вот. А у меня только один вариант. Выставлять Хэллу. Все, мы ему блокируем карты. И делаем вот так. Отлично. Отлично. Слушай, ну тут хорошо получилось. Тут, ребята, получилось тоже у нас хорошо. Прям божественно отыграли. Ну что, еще одну партийку и все, ребят, на сегодня. Не знаю, время сколько уже. 5:30 утра. Сижу тут. Ну фиг ли, я в отпуске, мне можно. Опять полдня просплю. Но зато не надо никуда, ребята, подрываться. 2 месяца балдежа. Понимаешь? Правда, я тут в последнее время раскис очень сильно. На пивасик подсел. Вот, надо как-то с этим немножко приутихнуть. Почему Блейд опять не дали? Лок-Джо. Ну что мне вот от этого Лок-Джо сейчас? Ни холодно, ни жарко, блин. Опять же этот мастер меча. Школьный винт. Так, слушай, надо мне вот эту вот тоже, блин, найти, ребята. Кольнинг винт эту. И что? Давай, руби. Он опять на сбросах, друзья.
кранты. После пятого хода, да, получает этот. Блин, Блейда надо было сюда воткнуть. Блин, последний ход у меня... Да нет возможности, ребят, бомбануть. Нет возможности ударить. Вот этим вот. Было бы 9 бы здесь бы. Мы могли бы уничтожить. Так, чё? Да, так, ничего. Он выиграет по очкам, ребят. У него 19, у нас 7 всего лишь. Вот и все. Просто по очкам взял. Так, ну что, друзья, все. На сегодня будем закругляться. Неудачный, конечно, у нас выдался момент. Выдалась игра. Сами видели прекрасно. Надо будет мне как-то отдельно сесть и подумать над какими-нибудь колодами и потестить их. Вот. Ну, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.